Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Роберт Рейд. Работа называется «Зеркало». 1910 год, холст масла, 94/77. Роберт Рейд – один из самых знаменитых импрессионистов Америки, чье творчество изменило направление национальной живописи с конца XIX века. Рейд учился в художественной школе Бостонского музея и в Академии Жульена в Париже, где развил свой индивидуальный подход к портрету и пейзажу. Вернулся в Нью-Йорк, стал одним из членов основателей группы «10 американских художников», стоявшей во главе движения импрессионистов. Рейд превосходно владел техникой витражной живописи, а также выполнил большое количество фресок для всемирно известных выставок. Мастер заслужил почет и уважение критиков, получил неисчислимое количество наград, в том числе призы от Национальной академии дизайна и золотую медаль на Парижской выставке в 1900 году. Картина «Зеркало» отмечена невероятной декоративностью. Утонченный и возвышенный женский образ дополнен экзотической росписью на ширме. Красиво задрапированное платье и грациозные жесты героини добавляют всей композиции патетики. Автор писал полотно в едином голубовато-золотистом колорите, отчего оно выглядит целостным и гармоничным. Ну вот такое описание к работе Роберта Рейда «Зеркало» я нашел в интернете. 1910 год. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.